Ну что, Виталик пошел на спуск. Сейчас будет демонстрировать искусство. Да. А вот здесь я боюсь. Не знаю, почему я боюсь. Здесь хорошо спускал? Здесь без проблем. У меня большие колеса. У меня страх перед камнями. Как получается? Ну, страх не страх. У каждого своя специфика. Я, допустим, водные препятствия плохо проезжаю. Не видишь, что там ручьи, вообще боюсь, органически их не перевариваю. Вот здесь я не знаю, как буром просто едешь и все. Ты по ступенькам когда-нибудь ездил вообще? По обыкновенным ступенькам? Ездил, в парках. То же самое, вот, одна ступенька, вторая, и там пошел туда и все. На скорости? Да. Распускаешь тормоза и все. Не держишь вообще тормоза. И все. Ну, я не знаю, как твое мнение, но мое такое...